Я всех приветствую на своем канале. Представляю вам новый мастер-класс по вязанию вот такой юбочки из теплой пряжи. Вот смотрите, рельефный узор. Я уже таким узором вязала шарф. Мне он очень понравился, и вот решила связать юбочку. Она на эластичной резинке. Резиночка очень хорошо тянется. И к низу немножко расклешенная. Значит, вязала я ее на возраст 5-6 лет, обхват талии 58 сантиметров и обхват бедер 61 сантиметр. Общая длина юбочки 21,5 сантиметр. Ширина, давайте вам скажу, ну, 56-58 сантиметров примерно. На самом деле вы можете связать любую длину и ширину этой юбочки. Можно связать вот здесь пошире, она будет попышнее, и можно подлиннее, продолжить ее вязать в длину. Какие мерки нам нужны? Это обхват талии и обхват бедер. Сначала вяжется вот такая резиночка эластичная, то есть я ее примеряла сразу же по ходу вязания, потому что она вяжется в длину, ширина набирается и дальше в длину. И вязала до тех пор, пока вот эта резиночка не достигла нужного мне, нужной длины. Значит, потом я ее соединяю в кольцо. Вот эта резинка должна хорошо проходить через бедра. Она очень хорошо тянется, я вязала ее свободно, не затягивала. И дальше уже соединяем резиночку в колечко, потом обвязываем резинку. При обвязке можно добавить петельки, столбики, и юбочка будет шире. И уже дальше продолжила вязать саму юбку основным узором. Так, пряжа у меня Naka Super Insi Heat Tweed. Состав 20% шерсть, 75% премиум акрил и 5% вискоза. Так, в 100 граммах 180 метров. У меня таких два моточка. И для вязания я взяла крючок 3 мм. Для резиночки я набираю 10 воздушных петель. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 воздушных петель набрали. Ширину резиночки можно выбирать самостоятельно. Можно связать поясок потоньше, можно пошире. Делаю одну воздушную петельку подъема и в следующую петельку соединительный столбик. Раз. Дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть мы с вами связали 10 соединительных столбиков и при этом сделали в начале одну воздушную петлю подъема. Дальше вяжем одну петельку подъема, переворачиваем работу и в обратном направлении соединительные столбики продолжаем вязать за вот эту вот полупетельку вторую, не первую, которая от нас, а вторая. Захватываю вот полупетлю первую и вытягиваю рабочую ниточку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9,
И десятая. Десятая петля, десятый соединительный столбик. Рекомендую сначала считать все петельки для того, чтобы не ошибиться. То есть у нас должно быть 10 соединительных столбиков. В одну сторону, во вторую. Одна воздушная петля подъема, переворачиваю работу. И в обратном направлении соединительные столбики в каждую петельку. Всего их 10 столбиков. 2, 3, то есть считаем, пока мы не будем уверенно без подсчета вязать вот здесь 10 соединительных столбиков. И так далее. Дальше довязываем до конца. Одна воздушная петля подъема. Переворачиваем работу и продолжаем в обратном направлении. Связала я резиночку. Сейчас не в растянутом состоянии. Она равна 38 сантиметрам. Если я ее подтяну, ее длина 50-51 сантиметр. Резиночка очень хорошо тянется. Ее можно еще больше растянуть. Этого делать не нужно. Чуть-чуть подтянули. Если эта длина вам достаточная уже, нужно дальше соединять резиночку в круг и продолжать вязать юбочку дальше. Соединяем дальше резиночку. Смотрите, у нас с одной стороны получается вот одна косичка сторона. Вот у нас полная косичка для примера. А здесь у нас по одной полупетельке. Вот как бы половинка косички. Это начало резиночки. Вот мы с вами закончили вязание. У нас здесь получается полная резиночка. Видите, с одной стороны и с другой стороны петельки. Что мы делаем? Сначала первую петельку соединяем друг с дружкой, протягиваем рабочую ниточку. Дальше берем вот эту сторону, где у нас полная косичка, конец резиночки, и берем косичку не первую полупетельку, а следующую, которая вторая. Вкалываю крючок во вторую полупетельку. И с этой стороны, с противоположной, в петельку также вкалываю крючок и вытягиваю рабочую ниточку через все петельки. Дальше опять продолжаю. Вторая полупетелька. И на противоположной стороне также вытягиваю ниточки. Продолжаю вязать. Соединять. Две половинки, две части, точнее. Таких петелек у нас должно получиться 10, так как мы набирали с вами изначально 10 петель. Так, соединили мы резиночку с вами в колечко. Вот у нас что получилось. И дальше будем ее обвязывать по кругу. Смотрите, что мы делаем. Узор юбочки у нас кратен трем петлям. Значит, нам нужно посчитать вот эти ребрышки, вот резиночки, вот эти полосочки, косички. И у нас вот эта вот косичка равна будет двум столбикам без накида. Мы будем, когда с вами вязать,
Вот у нас будет один столбик без накида, и когда мы раздвинем чуть-чуть, будет второй столбик без накида. То есть одна косичка равна двум столбикам без накида. Считаем общее количество ребрышек, просто вот этих косичек. У меня получается 52 косички, я умножаю на 2, всего получается 104. То есть когда я обвяжу столбиками без накида резиночку, у меня получится 104 столбика без накида. 104 не делится на 3, поэтому я прибавлю один столбик, и получится 105 столбиков без накида. Это то количество петель, которое будет делиться на 3. Из моих вот этих расчетов, придерживаясь их, рассчитывайте свое количество столбиков. Дальше продолжаем вязать. Сейчас будем обвязывать столбиками без накида резиночку. И я должна буду сделать одно прибавление. Где-нибудь в серединке я буду делать эту прибавку и покажу, как ее сделать. Одна воздушная петля подъема и сюда же столбик без накида. При этом я вот этот хвостик, который у меня висит, ввязываю в столбики. Дальше. В следующий вот у нас косичка идет, я вкалываю крючок в петельку, столбик без накида. Дальше немножко вот так растягиваю, и у нас идет перемычка между косичками. Вот косичка и следующая косичка. И у нас здесь скрывается тоже ряд как бы. Вот мы сюда вкалываем крючок, тоже в петельку, и провязываем столбик без накида. Потом косичка, сюда провязываем столбик без накида. Дальше между косичками. В косичку. Между косичками. И так далее. То есть у нас с вами получается к одной косичке идет 2 столбика без накида. Опять, где косичка, столбик без накида. Потом серединку. Как делаем прибавление? Вот, например, я дошла до того места, любое, я думаю, что тут не принципиально, в каком месте делать прибавку. Так как у нас узор состоит из 3 всего столбиков, из 3 петель, даже если вам нужно будет прибавить 2 петельки, 2 столбика или 3 столбика, они будут незаметны. Просто раскидайте их по всему диаметру. То есть даже можно не высчитывать равномерное количество, а просто здесь сделайте прибавление, подальше там в серединке и в конце. Как делаем прибавку? Вот связали столбик без накида и в этот же столбик вот вяжем. В серединке у меня получается между косичками я связала. И сюда же вкалываю крючок и провязываю столбик без накида. То есть у меня из одной петельки выходит 2 столбика без накида. Вот я сделала прибавление. Продолжаю дальше вязать. Столбик без накида. Потом посерединке. Дальше столбик без накида. Посерединке. И так вяжем до конца. Довязываю ряд до конца. Делаю соединительный столбик в начало ряда, в столбик без накида. Теперь 3 воздушных петли подъема. В следующий столбик вяжем столбик с накидом. Дальше 2 накида на крючок. Возвращаюсь обратно, и вот он столбик без накида перед 3 воздушными петлями. У нас идет столбик без накида, это последний столбик, когда мы заканчивали вязать вот этот ряд обвязки. Я возвращаюсь назад и прям за тело подхватываю столбик, за тело столбика, и провязываю столбик с 2 накидами. Так, дальше пропускаю столбик и в следующий вяжу столбик с накидом, в следующий столбик с накидом,
Далее 2 накида на крючок. Возвращаюсь обратно и провязываю за само тело. Подхватываю вот его. Завожу крючок вот сюда и провязываю столбик с 2 накидами. То есть мы с вами вяжем лицевой рельефный столбик. И продолжаем так вязать ряд до конца. Столбик пропускаем. В следующий столбик с накидом. Дальше в следующий столбик с накидом. 2 накида на крючок. Возвращаемся обратно. И вот тот столбик в предыдущем ряду, который мы пропустили, провязываем столбик с 2 накидами, выпуклый. Пропускаем в следующий столбик с накидом. Далее столбик с накидом. 2 накида на крючок. Возвращаемся. Заводим крючок за сам столбик, за тело столбика. И провязываем столбик с 2 накидами. Все. Вот так вяжется наш узор. Довязываем его до конца. Довязываю ряд до конца. Делаю соединительный столбик в 3-ю петельку подъема. Вот он, первый столбик у нас считается. 3 воздушных петли подъема мы с вами вязали. И в 3-ю петельку я делаю соединительный столбик. Вот так. Дальше 3 воздушных петли подъема, в следующий столбик с накидом. Теперь 2 накида на крючок. Возвращаюсь в предыдущий ряд, и вот у меня рельефный столбик. Я завожу крючок под тело этого рельефного столбика и провязываю столбик с 2 накидами. То есть мы продолжаем с вами вязать тот же самый узор, и он же будет у нас повторяться все следующие ряды. Пропускаю вот этот столбик в следующий. То есть мы здесь вяжем по узору. Вот у нас столбик с накидом. Я вяжу столбик с накидом. Следующий столбик с накидом, столбик с накидом. 2 накида на крючок. Возвращаюсь обратно и провязываю рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Повторяем. Пропускаю вот этот рельефный столбик. Он у нас идет 3-й. Вяжу столбик с накидом. Мы вязали такой узор с вами. Недавно я снимала видео с шарф снуд таким узором. Мне он как бы очень понравился. Я вот решила связать из него, из такого же узора, юбочку. Так. Продолжаем вязать. Столбик с накидом, возвращаемся и провязываем рельефный столбик. Вот таким образом. Так вяжем ряд до конца. Я связала нужную длину юбочки, от резиночки получается 16 сантиметров. Дальше буду обвязывать ее. Делаю соединительный столбик в 3-ю петельку подъема. Вот я закончила последний ряд вязать. Длину можно делать такую, как... Обвязываю юбочку рачьим шагом в обратном направлении. Значит, завожу крючок в первую петельку вот сюда. От крючка в последнюю получается. Вкалываю крючок, вытягиваю рабочую ниточку, обратно вытягиваю на лицо и провязываю. Опять ввожу крючок в следующий столбик, вытягиваю ниточку, у меня 2 петельки на крючке, и я провязываю их вместе. И так далее, опять в следующий столбик. Так, довязываю ряд до конца. И перевернула так работу к себе лицом, потому что неудобно. Вязали рачьим шагом в обратном направлении. И сейчас вкалываю крючок вот в начало вязания, вытягиваю рабочую ниточку через петельку. И закрепляю ее.
и все, мои хорошие, юбочка готова. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!